Андрей, скажите, можно определить человека по цвету глаз, морщинам, одежды и так далее? Большое спасибо, несомненно. Есть целые системы, которые могут помочь человеку читать человека как книгу, там, по походке человека, по тому, как он двигается, как он там грызет губу или там. Тоже там есть возможность отделять рефлексы от нерефлексов. Можно, есть такая, я в свое время разрабатывал программу, и разработал ее до момента, когда нужно было вводить и делать тестирование. Эта программа, она заключалась вот в чем. На квадратике таком посредине была разделена полосочка. Квадрат делился на две части горизонтальной полосой. Квадратик маленький, 10 на 10 сантиметров. В середине было 4 сантиметра снизу полосочка и 6 сантиметров сверху. И человеку засекали одну минуту, человек должен был в этом квадратике при устройстве на работу что угодно нарисовать. То есть поставить точку в любом месте или там квадратик, на это нужно было потратить минуту. Если ставил точку, квадратик, полосочку и так далее, то об этом человеке можно было рассказать. Была ли судимость, был ли у него, есть ли у него тяжелые заболевания, есть ли у него психические расстройства, есть ли у него в семье долги, есть ли больные дети, есть ли у его детей проблемы, ориентируется ли он воровать или наоборот. И вот была мной создана такая программа, программа-тест, и дошло уже до момента, когда нужно было это все программировать, даже начали программирование, вложили 30 тысяч долларов в это все, ну, дошло до какого-то момента, и после чего на этом все закончилось. Потому что те люди, которые это заказывали, они были моими партнерами, но они отказались от того, чтобы это дальше продвигать. Я, в свою очередь, работал на них и делал это для них, и часть этой информации, созданная для них, за это я получил деньги. Поэтому такую информацию передал им, они в свою очередь это все взяли, и как они сейчас этим пользуются, неизвестно. Ах, плохо, потому что если бы сделали такую программу, то это было бы открытие в мире, наверное, HR. То есть даешь человеку при устройстве квадратик, он рисует, программа или на компьютере рисует, и программа это на протяжении там 10 минут более чем 100 параметров этого человека выдает. Ну вот такая была интересная. Можно ли о человеке много? Можно, но это же большая такая тема. Ее можно рассказывать и раскрывать бесконечно. Для того, чтобы рассказывать о человеке, как человек реагирует, куда смотрит. Об этом очень много написано. Это в большом количестве этой информации есть. Я здесь, наверное, не смогу об этом рассказать.